Хорошо. Доброе утро всем собравшимся. Уважаемая Татьяна, большое спасибо за это прекрасное приглашение. Это большое, огромное удовольствие для меня быть здесь и поделиться с вами и вами, коллегами, этими новыми возможностями, как вы говорили уже, по лечению пациентов, которые позволяют уменьшить токсичность режима химиотерапии и представляет возможность дать им лучшее качество жизни. Путь, который прошла метрономная химиотерапия. Извиняюсь, мне нужно балансировать между английской версией, которая у меня на лэптопе, и русской версией на большом экране. Итак, путь, который прошла метрономная терапия для рака молочной железы. Этот путь начался около 10 лет назад с первых доклинических исследований, которые были выполнены в период с 2000 по 2005 года. Затем мы дошли до этапа 2005-2006 года, когда были разработаны первые режимы, соединявшие метрономную химиотерапию с другими режимами химиотерапии. Как вы видите здесь, туда был включен циклофосфамат, метотрексат, или это комбинация с дополнительным талидомидом, или с другими препаратами. Следующие 10 лет была тенденция к комбинированию метрономной химиотерапии к анти-HER2 антителами, особенно трастузумабом, и также комбинация метрономной терапии с бевацизумабом. Нам пришлось подождать еще несколько лет, пока мы получили первые результаты. Объединение метрономной терапии с эндокринной терапией. И я хотел бы дать вам эту презентацию, чтобы поделиться с вами идеей. В некоторых случаях мы можем использовать комбинацию ингибиторов CDK и метрономной терапии, и эндокринной терапии. Новые метрономные режимы достигли клинической практики в период с 2010 по 2016 года. И это действительно наиболее изученные клинические метрономные режимы. И, наконец, начиная с 2014 года, мы ведем активную работу, ведем до сих пор по профилированию пациентов, стратификации пациентов, чтобы понять, кто является лучшим кандидатом для получения метрономной терапии. И, естественно, мы используем новые и более мощные лекарства для метрономной терапии. Давайте рассмотрим кратко механизм действия и предоклинические данные. Мы теперь знаем, что длительное назначение препаратов без перерывов в значительной степени влияет на механизмы репарации сосудов. И это очень важно, потому что, как вы здесь видите, я всегда говорю, что это мой любимый слайд, потому что здесь можете увидеть... Извиняюсь, не можете пока. Вот сейчас теперь можете. Вы видите, что это классический метод назначения химиотерапии. Видите, что в первой части, там, где концентрация сыворотки препарата повышается до достижения милотоксического порога, вы достигаете значительного эффекта, направлен на пролиферацию сосудов, на васкуляризацию. Но этот эффект полностью исчезает в второй части цикла. Это классическое расписание по назначению химиотерапии один раз в три недели. Так, например, мы используем токсаны или антрациклины. И как видите, во второй части эффект на васкуляризацию полностью исчезает. Почему? Потому что вы полностью теряете необходимые концентрации, которые влияли бы на рост сосудов. Напротив, при использовании метрономных режимов вы можете назначать очень небольшие дозы препарата. Постоянно, без перерывов. Без смещения кривой вверх и вниз. И как вы видите, эффект на васкуляризацию
длится в течение всего периода назначения метаономной химиотерапии. Вот почему мы теперь можем подтвердить, что только метрономная химиотерапия обладает эффектом на васкуляризацию. Другой механизм действия, который был относительно недавно показан и изучен, это тот, благодаря которому метрономная химиотерапия может снижать мобилизацию или жизнеспособность предшественника дендролицитов в костном мозге. Мы знаем, что эти клетки являются предшественниками эндотелиальных клеток. И как вы видите здесь, на левой части слайда, существует прямая связь между циркулирующими предшественниками эндотелиоцитов костно-мозгового происхождения, которые достигают сосудов. И благодаря повышению экспрессии фактора HIF-1 и стимуляцию фактора роста эндотелиоцитов, они могут стимулировать рост сосудов, васкуляризация. Тем не менее, если вы используете метрономную химиотерапию, то, как вы видите, метрономная химиотерапия действует на фактор HIF-1. Она понижает экспрессию фактора роста сосудов и уровень BEGF, фактора роста эндотелиоцитов. И, наконец, мы понимаем то, что нужно в клинической практике. Нам нужно добиться влияния на сосуды без использования противоваскулярных препаратов, таких как бевацизумаб. И это позволит угнетать рост кровеносных сосудов. Продемонстрированы ли эти механизмы действий? Ответ – да. Определенно, да. Сейчас у нас есть большое количество данных, в основном основано на данных по применению метрономной венерельбины. Здесь вы видите данные греческой группы, которая в некоторых случаях может рассматриваться как группа, которая придумала исследование по метрономной терапии. И здесь вы видите, что только метрономные дозы венерельбина могут вызвать. Здесь вы видите сравнение низких доз, стандартных доз. И вы видите, что только метрономные значения очень низких доз препарата способны угнетать синтез пронкогенных факторов и стимулировать синтез антиангиогенных факторов. Эти доклинические данные основываются на эффекте метрономной венерельбина на FUVEX. Это доклиническая модель антиангиогенных эффектов. Теперь у нас есть некоторые новые данные, которые мы получили в рамках деятельности моей группы, моего университета, партнер нашего университета. И мы проверили те же дозы метрономного венерельбина в HUVEX в качестве монотерапии или вместе с метрономными дозами 5-флуорацила. Как вы знаете, моя группа разработала метрономную каннабинизацию комбинациями венерельбина и капицитабина. И мы хотели бы знать, может ли быть комбинация этих двух препаратов более активна по воздействию на ангиогенез, чем действие одного препарата, даже при введении в виде метрономной терапии. И как видите, между двумя препаратами, с одной стороны 5-флуорацил и капицитабин, с другой стороны венерельбин, только венерельбин способен при введении в метрономных дозах способен ингибировать ангиогенез опухоли. Но что важнее всего из результатов, извиняюсь, у меня есть некоторые проблемы с координацией моей презентации и русскоязычными слайдами. Мы получили другие важные результаты.
До того, как были получены эти доклинические данные, единственное, что у нас было, были данные, полученные на HUVEC, данные по антигенезу. И мы думали, что метрономный фенилалебин не способен воздействовать на опухоль, на опухолевые клетки, а действует на них только опосредованно через механизмы антиангиогенеза. Теперь мы знаем, что те же самые препараты, метрономный фенилалебин, способен ингибировать HUVEC, а также клетки культуры MDA. А как вы знаете, что MDA – это предклиническая модель тройного негативного рака молочной железы. И это очень важные результаты, потому что теперь мы знаем, что когда мы используем метрономные дозы фенилалебина в комбинации с капицитабином или 5-фтурорацилом, мы можем воздействовать на ангиогенез и одновременно на опухолевые клетки. Теперь мы знаем, что существует еще один важный механизм действия. И это деплеция Т-регуляторных клеток и модулирование миелоидных клеток-супрессоров. Мы все знаем, что иммунотерапия – это один из основных методов терапии, которым уделяется внимание при различных вариантах рака. Мы знаем, что она работает не очень хорошо при раке молочной железы. Но благодаря воздействию метрономной химиотерапии мы можем подавить действие Т-регуляторных клеток, потому что метрономная химиотерапия, особенно метрономный фенилалебин, действует на Т-реги. Точнее, на их предшественники, так называемые наивные Т-регуляторные клетки, до их дифференцировки и созревания. И мы получили некоторые данные, которые мы представили на предыдущей встрече. Теперь мы работаем над публикацией статьи, потому что у нас есть данные, согласно которым, если мы лечим пациентов с раком молочной железы, у которых есть экспрессия HER2, которые наименее чувствительны к иммунотерапии, когда мы даем им метрономную химиотерапию, мы можем выявить в крови этих пациентов угнетение функции меньшего количества Т-регуляторных клеток, то, возможно, является одним из путем увеличения чувствительности этих клеток к иммунотерапии. Это одна из новых областей, которые мы сейчас исследуем. Давайте перейдем к первым клиническим данным, полученным в период с 2006 по 2015 год. В этот период было опубликовано достаточно большое количество статей по комбинации метрономной терапии с таргетной терапией, в основном трастузумабом и бевацизумабом. И здесь вы видите, что в целом нам удалось получить общую частоту ответов порядка 50%, также клинический эффект порядка 60%, и медиана времени до прогрессирования составила порядка 42 недель. Это достаточно важные результаты. Но необходимо помнить о том, что подобная химиотерапия в сравнении с стандартной химиотерапией, режимами химиотерапии, у нее очень низкая токсичность. И процент токсических осложнений гораздо меньше, чем при других режимах. Что же насчет взаимосвязи между метрономной химиотерапией и возможностью комбинировать, возможной комбинацией с эндокринной терапией? Здесь перечислены три статьи, которые в основном были опубликованы в Италии. Наиболее важные из них опубликованы в Альберто Баттини, в Гримоне. И в целом мы можем получить результаты, комбинируя метрономную химиотерапию с эндокринной терапией. Например, альтразол или анастразол, мы можем достичь общей частоты ответов порядка 30%, частоты клинических эффектов порядка 50% и медиана длительности прогрессирования порядка 26 недель.
Мы теперь знаем, что способ, которым метрономная терапия и венолюбин, в частности, действует на опухолевой клетке, опосредованно циклинозависимым сигнальным путем. Поэтому следующее, что мы хотим исследовать, особенно сейчас, когда мы много говорим о комбинировании ингибиторов CDK, например, ribociclib, ильдомациклиб, с эндокринной терапией, например, летрозолом. Я думаю, что это область, которую нужно исследовать дополнительно. Я надеюсь, что в каком-то этапе мы в ходе нашего сотрудничества сможем увидеть в этих исследованиях участие русских центров, ваше участие. И это будет замечательное исследование, очень интересное. Потому что если мы сможем продемонстрировать, что метрономная терапия действует, ингибирует те же сигнальные пути, что сигнальные пути, которые ингибируются ингибиторами бициклинные, то это будет гораздо дешевле, чем то, что используется сейчас. Мы сможем много сэкономить на этом. Давайте перейдем к комбинации метрономной химиотерапии в качестве монотерапии или комбинации с другими терапевтическими агентами. Существует большое количество статей. Естественно, я надеюсь, что большинство из них будут вам интересны. Наиболее интересны, кажется, результаты моей работы, мои статьи. Мы опубликовали в 2014 году первые результаты исследования Виктор-1. Представляю собой исследование комбинации метрокомбинации метрономного перорального венролюбина с фиксированной дозой в 40 мг 3 раза в неделю. Его комбинация с фиксированной дозой капицитабина 500 мг. Это означает одна таблетка утром, одна после обеда, одна после ужина. В первом исследовании мы определили максимальную толерируемую дозу метрономного венролюбина, которая в дальнейшем исследовалась в рамках исследования Виктор-2, результаты которого мы опубликовали в прошлом году в Bristol Cancer Research. Я хотел бы вам дать краткое обобщение результатов Виктор-2. Основной ее целью было черта клинических эффектов, и вторичной, если бы точка была черта ответов, также эффективность контролирования заболевания и беспрогрессивные заболевания, имея медиан время до прогрессирования. Извиняюсь, вы не видели слайда, я не нажал нужную кнопку, теперь он виден. И вот теперь вы видите, что это режим, который легко запомнить пациенту, о котором не забывают. Потому что необходимо помнить о том, что эти две таблетки венролюбина принимаются по понедельникам, средам и пятницам. И также три раза в день после каждого приема пищи принимается пероральный капицитабин. И вот результаты клинические, которые мы получили. Частота клинических ответа наблюдалась примерно 50% пациентов. Это означает, что половина наших пациентов смогли добиться контроля заболевания. И я думаю, что это основное, что мы хотели бы добиться у наших пациентов. Мы хотели бы, чтобы у них не было прогрессирования заболевания. Здесь частота клинических ответов во всей популяции. Это частота клинических ответов во всей популяции. И то, что добиться у пациентов с HR-позитивностью. И беспрогрессивная выживаемость в течение года была примерно 25%. Это означает, что в течение года химиотерапия, когда химиотерапия дается без перерывов, четверть ваших пациентов будет свободна от прогрессирования заболевания. Я думаю, что это наиболее значимые данные, которые сейчас стоит рассматривать. Это очень важно для наших пациентов, чтобы у них не было прогрессирования заболевания. И теперь мы можем добиться этого с помощью режима Виктор, так же, как с помощью режима ВАКС, что означает Виктор и дополнительно циклофосфан. Эти режимы были демонстрированы группой Европейского института онкологии.
В навстрече ЕСМО было обсуждалась значимость метрономной химиотерапии. У нас есть обновление нашего заявления, то, что будет на следующей конференции BBC в Лиссабоне. И последнее наше заявление касалось того, что метрономная химиотерапия – это возможная терапевтическая опция для пациентов, которым не требуется быстрый ответ по массе опухоли. Наиболее хорошо изученный режим – это CM. Но сейчас у нас есть много данных по венерольбину. Естественно, нужны рандомизированные исследования. Эти исследования ведутся. Одно из них будет международным, второе будет национального уровня. Теперь, если бы мне нужно было предложить вам, каких пациентов лечить метрономной химиотерапией, когда вы вернетесь в вашу больницу в понедельник, я могла бы предложить вам... Мы продемонстрировали данные о том, что можем лечить пациентов с ER-позитивным и ER2-негативным заболеванием. Также можно лечить пациентов с костными метастазами и также висцеральным поражением. Также пациентов, которые рецидивировали после эндокринной терапии. И тех пациентов, у которых не требуется быстрый ответ по массе опухоли. Пожалуйста, помните об этих характеристиках. Если у вас есть пациент, который им соответствует, вы можете подумать о метрономной терапии. Я на это надеюсь. Моя точка зрения, с клинической точки зрения, это то, что это просто для пациента. Анализ крови можно выполнять раз в 3-4 недели. Нет необходимости часто ходить на анализы крови, и это преимущество для пациентов, которые живут далеко от больницы. Пожалуйста, если вы планируете снижение доз, делайте только тогда, когда это очень нужно с клинической точки зрения. Потому что у нас сейчас есть возможность снижения дозы. Например, если вы используете монотерапию пероральным венерольбином с 50 мг до 40 мг 3 раза в неделю. Не снижайте дозу менее более чем до 40 мг, потому что мы продемонстрировали, что в этом случае, если доза будет ниже 30 мг, мы не получим клинического эффекта. Нет необходимости останавливать химиотерапию, иначе вы потеряете антиангиогенный эффект. Снижайте дозу, но не останавливайте химиотерапию. Что же о текущих исследованиях и в перспективах на будущее? У нас есть исследование по поддерживающей терапии кемосвитч для тройно-негативной рака молочной железы. Я думаю, что это будет очень важное исследование с важными результатами для наших пациентов, потому что теперь мы знаем, что золотой стандарт – это лечить тройно-негативный рак молочной железы пациентов с таким раком. Химиотерапия на основе препарата платины и токсанов в течение 6-8 циклов. А затем нам приходится прервать терапию из-за токсичности. И что же в дальнейшем случится с этими пациентами? У нас нет данных в данный момент о том, что продление назначения того же режима может принести какую-то пользу. Я не думаю, что это так на самом деле, потому что эти режимы связаны с нейротоксичностью и также нарушением функции почек. Поэтому я думаю, что важно, чтобы у нас были какие-то данные, касающиеся пероральной терапии. У нас также было дополнительное исследование, которое сравнивало максимальные стандартные дозы. Это было исследование темпа Брест, которое скоро закроется, потому что мы уже набрали туда планируемое количество пациентов. И мы ждем этого исследования важных результатов, потому что оно сравнивает стандартные дозы венерольбина и метрономные дозы венерольбина. Также у нас есть еще дополнительное исследование по поддерживающей терапии у ER-позитивных пациентов и также дополнительно у пациентов, у которых есть экспрессия HER2. И в этом случае мы комбинируем метрономный венерольбин с трастузумабом и первичная задача исследования — оценить качество жизни при использовании этих двух хорошо переносящихся режимов. Мне также приятно сообщить вам о нашем реальном опыте. Мы
подали некоторые данные на последнюю конференцию АСКА. И интересно посмотреть, увидеть, что за наш период, пятилетний период, что мы используем метрономную химиотерапию в Италии, то, как мы ее используем, изменилось в значительной степени. Число пациентов, которые не используют метрономную терапию, увеличилось с 10 до 40%. Это означает, что мы действительно считаем, что метрономная терапия – это то, что мы можем предложить нашим пациентам. Не просто какие-то дополнительные линии химиотерапии, но и на ранних этапах терапии. И активность действия метрономной химиотерапии, метрономной фенобарбитурина в особенности, в значительной степени отличается, когда вы его используете в поздних линиях химиотерапии и в ранних линиях химиотерапии. И при использовании в ранних можно достичь 45% клинического случаев, клиническим эффектов. И мы собираемся подать на следующей конференции, представить дополнительные данные. И это будет для меня огромным удовольствием поделиться с вами на следующий год новыми важными результатами. И, наконец, мы планируем исследование вместе с, опять-таки, комбинацией метрономной химиотерапии с иммунотерапией. Это просто идея, которую мы сейчас обдумываем. Это исследование Виктор 3, первое из них. Исследование Маверик, Виктор 4, Виктор 6 и Виктор 5. Много исследований Викторов. Давайте перейдем к ключевым моментам и выводам. Теперь я могу подтвердить сегодня, что метрономная химиотерапия – это действительно таргетная терапия. Возможно избежать использования биологических агентов и снизить расходы. Метрономная химиотерапия обладает значительной эффективностью с минимальной токсичностью. Все выраженные побочные эффекты, их частота была менее 10% по сравнению с 20-35% при получении режимов на основе токсанов, в частности. Гораздо меньше частота тошноты, рвоты, и это очень важно. Это может быть хорошей опцией для определенных популяций пациентов, потому что терапия хорошо переносится, она дается полностью перорально, она относительно мало стоит, и она способна воздействовать на ангиогенез. Можно ли включить последний слайд, последнее, что было в презентации? Последний слайд, к сожалению, не работает указка. Боже мой, мы начали опять с самого начала. Хорошо, я очень быстро пробегусь до конца через все слайды. Хорошо. И, наконец, последний слайд, потому что я хотел бы поблагодарить персонал Перфабр за всю поддержку и гостеприимство. Также поблагодарить Татьяну. Это огромное удовольствие с вами общаться. Большое спасибо за внимание. Может быть, у кого-то есть желание задать вопрос? Микрофон. Okay. Спасибо вам большое за такую лекцию. У меня такой вопрос. Наблюдали ли вы на фоне метрономной терапии, в частности капицитабином, увеличение количества тромбоцитов периферической крови? Тромбоцитоз.
Ну, тромбоцитоз, да. Thank you very much. Большое спасибо. Это важно понимать, что у нас нет никаких, в смысле, третьей-четвертой степени побочных эффектов относительно снижения уровня тромбоцитов. У нас не было каких-то серьезных побочных эффектов с тромбоцитопениями. Комбинация двух препаратов работает лучше, чем один препарат. Это не ваш вопрос? Наоборот, то есть у меня есть пациенты, они не страдают раком молочной железы, они страдают раком кишечника, толстого кишечника. И у них очень трудно дифференцировать тромбоцитоз, то есть повышение количества тромбоцитов, это паранеоплазия или это все-таки побочное действие метрономной терапии? Поэтому я вот спрашиваю вас, видели ли вы повышение количества тромбоцитов? No, we didn't see. Нет, мы не видели повышения количества тромбоцитов. Ни в исследовании Виктор 1, ни в исследовании Виктор 2, ни в одном из исследований, ни в клинической практике. Я знаю, что это бывает видно в качестве парадоксального эффекта некоторых лекарств, например, гемцитабина. Я знаю, что данный побочный эффект может относиться к неблагоприятным прогностическим факторам, но мы такого не видели. Пожалуйста, нарисуйте портрет типичного пациента, которому вы предпочтительно назначили А. гормонотерапию, и, извините, монохимиотерапию пероральную и Б. метрономную терапию пероральным винорельбином. Thank you, Татьяна. Большое спасибо, Татьяна. ИР-позитивные метастатические пациенты, если у нее есть рецидив, например, с поражением печени или значительное вовлечение легких, я думаю, что в этом случае я буду дифференцировать пациентов по возрастной группе между молодой возрастной группой и более старшей группой. И первая опция для этих пациентов была бы химиотерапия, стандартная химиотерапия для более молодых пациентов и метрономная химиотерапия для более пожилых. Напротив, если у меня есть пациент, у которого есть, например, только метастазы в кости, я в первую очередь буду использовать гормональную терапию. Мы не знаем, на данный момент будет ли это просто гормональная терапия или сочетание с биологическими агентами. Ну, это будет точно гормональная терапия. Если у пациента не было значительного эффекта в течение первых 6 месяцев терапии, то я перейду к химиотерапии. Или в некоторых отдельных случаях к химиотерапии, к эндокринной терапии второй линии. Если я решу перейти к химиотерапии, то это идеальный пациент, который, да, по моему мнению, должен получать метрономную химиотерапию. Потому что метрономная химиотерапия может действовать в качестве бридж-терапии между эндокринной терапией и более агрессивными внутривенными химиотерапиями, режимами химиотерапии. И у нас есть данные, которые мы продемонстрировали, о том, что мы можем использовать метрономную терапию перед стандартным режимом и после его. И мы не теряем ответа на стандартные режимы. Таким образом, вот мой клинический алгоритм для таких пациентов. Большое спасибо.